Шановні, доброго всім вечора. Традиційно цієї години 52 хвилини будемо працювати саме для вас в прямому ефірі. Вечірня Одеса. Рада вас вітати. Номер телефону в студії незмінний 638-638. Починайте нам телефонувати. А я всім кажу доброго вечора, Одеса та Одещина. Краще за всіх, мені інше не треба. Люблю тебе, з тобою, кохана, побачив я небо. Вечірня Одеса продовжує свою роботу в прямому ефірі. Телефонуйте за номером 638-638. І традиційно у кожному вечірньому програмі ми торкаємось теми морської держави, тому як Одеса – це морська держава. І наскільки захищені ті, хто створює цю державу? Далі в нашій програмі. Тридцятого січня 2017 року відбувся урочистий пленум Центральної ради профспілки робітників морського транспорту України, присвячений 25-річчю заснування ПРМТУ. От імені Професіонального союзу робітників морського транспорту України я привітаю всіх, знаходящихся в цьому залі,
і поздравляю всіх вас з 25-літтям со дня образування нашого профсоюзу. В этом залі присутствують моряки, портовики, работники берегових предприятий морской отрасли, ректоры и преподаватели, студенты, курсанты наших морских учебных заведений, наши уважаемые ветераны. Сегодня ваш праздник. Нам, братья украинцы, усмехнется доля, сгинуть наши вороженьки, як роса. Привітати зі святом профспілку прийшли моряки, портовики, судоремонтники, працівники берегових підприємств морської галузі, ректори та викладачі, студенти та курсанти морських навчальних закладів, ветерани морської галузі, члени професійної спілки робітників морського транспорту України, які прибули з усіх куточків нашої країни – від Рені на Дунаї до Маріуполя на Азовському морі. А також керівництво і представники Міжнародної федерації транспортників, Міжнародної організації праці, Міжнародної ради морських роботодавців, Федерації профспілок України та Одеської області, Федерації роботодавців транспорту України та Одеської області, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти України, керівники підприємств і організацій морської галузі України, а також керівники крюїнгових агентств, які займаються працевлаштуванням моряків. Дата дійсно така, що зобов'язує нас разом відзначити її. Це ювілейна дата, як і нашої незалежної держави України. І теж ми, як Федерація профспілок, в лавах яких сьогодні 43 всеукраїнські профспілки і 25 регіональних об'єднань профспілок, теж відзначають свої ювілейні дати. Кожна профспілка – це історія, це мудрість, сила, енергія, дій. Але я виділив би в когорті наших всеукраїнських профспілок, дійсно профспілку працівників морського, робітників морського транспорту, тому що особливість і тут, в Україні, і за межами нашої держави, спілчани працюють, звеличують нашу країну, представляють її на міжнародних аренах і, безперечно, не тільки звеличують, але й привозять ще здобутки і матеріальні блага, які потім дають можливість тут розбудовувати і в Одесі, і в Україні інфраструктуру. І в цьому теж є посильна допомога сьогодні в цій складній ситуації, в якій знаходиться наша держава в складі війни на Сході, неподоланої ще фінансово-економічної кризи. І в цьому теж здобуток і додаток працівників морського транспорту. Що я хотів би побажати? Звичайно, щоб галузь розвивалася. Не так, як було на початку 90-х років. Відтворилася, відродилася. І ми бачили молоде покоління моряків, які готуються до майбутньої своєї професійної діяльності. В Україні, морської держави, є безперечне майбутнє. Дозвольте мені ще раз привітати вас з 25-річчям від дня заснування професійної спілки працівників морського транспорту і побажати вам подальших успіхів на цій прекрасній ниві. Мені особисто дуже приємно бути тут, брати участь у цьому заході. Я вдячний організаторам, вдячний Михайлу Івановичу за запрошення. Мушу вам сказати, що в цьому році 25-річчя від дня заснування буде відмічати дуже багато українських структур. Ну, як тут вже було згадано, я також маю честь нагадати вам, що в цьому році буде відмічатися 25-річчя заснування Міністерства транспорту Незалежної України, як єдиного міністерства, що об'єднало в своїй структурі 5 галузей. Але сьогодні ми тут на святі морських профспілок. Я хочу сказати, що справжня взаємодія і справжня тісна співпраця в нас зародилася тоді, коли ми у 2013 році підписали першу трьохсторонню галузеву угоду в рамках нашого міністерства. Це влада, профспілки і роботодавці. Справжня співпраця в нас з профспілкою морських
морських профспілок почалася тоді, коли ми заснували двосторонню соціально-економічну раду. Тільки у нас, як у роботодавців транспорту, всіх галузей транспорту, тільки з морською, з морськими профспілками, з вами, з вашими представниками є двостороння соціально-економічна угода. В рамках цієї угоди ми вирішуємо погоджено ті проблеми, які ми об'єднуємо свої зусилля для вирішення їх в рамках нашої держави. Профспілки і роботодавці, вони в одному човні. Тільки успішний роботодавець може забезпечити належні умови для найманого робітника, для члена профспілки. І тому ми спільно зацікавлені у такому нашому успіху. Я хочу вас запевнити, що ми старалися, стараємося і будемо старатися спільними зусиллями вирішувати ті наші проблеми, які ще є поперед нами. І я переконаний, що нам це буде вдаватися настільки, наскільки ми будемо об'єднані. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, щастя, успіху і привітати вас ще раз з вашим 25-літтям і з дня народження. І дозвольте мені від імені нашої Федерації роботодавців транспорту вручити нашу грамоту шановному нашому колезі Михайлу Івановичу. Разрешите от имени министра Украины, министра инфраструктуры Украины Емельяна Владимира, аппарата министерства, от себя лично поздравить коллектив профессионального союза работников морского транспорта, пожелать успехов, пожелать профессионализма, пожелать роста, пожелать, чтобы этот заложенный внутренний конфликт интересов работодатель-работников, работодатель-работник всегда перерастал конструктивный диалог, в чем убедился я непосредственно в последнее время, работая с вами, чтобы это приносило только пользу, было единство, и работники поддерживали каждый друг друга, и вы работников, и работники вас. Большое спасибо вам за сотрудничество, большое спасибо за конструктивный диалог. Я передаю вам поздравления, наилучшие пожелания и этот витальный лист министра. Спасибо. На связи были присутні іноземні судновласники і керівники братських профспілок з України, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Канади, Хорватії та інших країн. Привітало ПРМТУ з ювілеєм і командування Військово-морських сил Збройних сил України. Шановні почесні гості, шановні працівники морського транспорту України, від імені всього особового складу і командування Військово-морських сил, я маю право поздоровити вас і щиро вітаю Центральну Раду, а також всіх членів профспілок морського транспорту України, працівників, з нагоди 25-ї річниці. За той маленький термін вашої громадської організації ви здобули вже багато. Ви налічуєте понад 70 тисяч працівників, і моряків, і працівників портів, і освіти. Саме головне, ви стоїте на захисті прав людини, людини праці, на захисті інтересів трудових колективів. Ви робите дуже велику справу у здобуття могутності нашої держави і відстоювання миру над нашою державою. Ще раз вітаю святом, бажаю оптимізму, бажаю енергії і чистого фарватеру. Штиля не бажаю, але щоб він був чистий і в нужному руслі ви прямували здобуття нових і нових результатів. Родинного затишку, щастя і всього на кращого. Михайло Іванович, це ринда з бойового корабля. Тут всі привітання.
І я хочу сказати, якщо буде хтось вносити смуту, і ми зразу відкликнемо вас і приведемо. Дякую. Свято. Також на свято надійшов вітальний лист ПРМТУ з нагоди 25-річчя від генерального секретаря Міжнародної федерації транспортників Стівена Коттона. Грамотами та подяками ПРМТУ були нагороджені ті, хто були одними з засновників професійної спілки робітників морського транспорту України, делегатами першого установчого з'їзду і довгий час працювали на обраних посадах, ветерани професійного руху, а також профспілкові активісти професійної спілки робітників морського транспорту України, дякуючи котрим тримається профспілковий рух на морському транспорті. Також не можна було не згадати профспілкових лідерів, котрі довгі роки йшли разом з професійною спілкою робітників морського транспорту України, ніколи її не зраджували, багато зробили для її розвитку і становлення. Та, на жаль, пішли з життя. Їх пам'ять була вшанована хвилиною мовчання. Почесні гості та колеги, які прибули на свято з-за кордону, також вийшли на підмостки та привітали ПРМТУ з 25-річчям від дня заснування організації, які в свою чергу і отримали також нагороду від голови ПРМТУ Михайла Кирєєва за багаторічну співпрацю. Почесним знаком за розвиток соціального партнерства Федерація профспілок України нагородила і голову профспілки робітників морського транспорту України Михайла Кирєєва, який саме в цей день, 30 січня, 15 років тому, очолив профспілку робітників морського транспорту України. Благодарю вас за то, что вы есть. Благодарю за верность профсоюзу. Благодарю за то, что вы доверяли, переживали, боролись и все эти годы шли вместе с нами. Только вместе мы сила. Вечірня Одеса продовжує роботу в прямому ефірі і далі також про досягнення, про нові здобутки та про те, що ще попереду. Ми запросили поспілкуватися гостю, яка, ну, задоволення ми сьогодні до нас завітала. Я так сподіваюся, що задоволення в нашій студії голова Одеської обласної ради миру Таміла Володимирівна Афанасьєва. Добрий вечір, Таміла. Добрий вечір. Благодарю за то, що кожен раз приймаєте наше приглашення, несмотря на те, що і погода за окном, скажімо так, не зовсім льотна. Да, тим не менше, погода погодою, а ми с вами вместе работаем для людей. Всегда. Поэтому хочется... Я знаю, что мы не просто так сегодня с вами встретились по одной простой причине, что у нас никогда встречи такими, скажем, просто так не бывает. Есть всегда о чем поговорить и чему дать старт, и чему подвести итоги. Вот итоги года мы подведем немножечко позже, который уже прошел, и что готовится. А сейчас... Попрошу вас рассказать о том, что уже вот буквально с минуты на минуту возьмет старт. Спасибо вам огромное. Действительно, погода действительно не очень летная. Вчера даже был закрытый аэропорт, но сегодня уже знаю, что всех выпускали, и все сегодня скользят, но тихенько передвигаются по городу, потому что надо работать. Это совершенно верно. У нас закончились рождественские вечера. Это была действительно такая душевная 18-я ежегодная культурная программа миротворческая, и действительно была очень насыщенная. Но сейчас у нас самый главный акцент – это для нашей области Одесской большой юбилей – 85 лет. По сравнению, конечно, с Одессой, мы еще очень юные и молодые, как областная организация, но на самом-то деле действительно очень знаковая дата, особенно вот сейчас, в наше время, когда то, что происходит, и то, что вот накаляется в стране, очень важно, чтобы мы все отметили эту, такой праздник, будем так говорить. Я бы очень хотела, чтобы Совет мира уделил внимание большой молодежи, и мы это обсудили на президиуме с нами, с нашими членами президиума, и вы знаете,
была придумана такая интересная очень акция, точнее даже их несколько. С 1 февраля уже как бы мы разослали все мои письма и извещения, и уже знают школы районы. По 20 начинается интересный конкурс, который, это три этапа, то есть дети от 12 до 15 лет пишут свои стихи, прозу, публицистику под очень красивым названием «Квітне моя Одещина під мирним небом». Не обязательно это должно быть на украинском, либо на русском, на любой мове. Может быть, этот стих, публицистика, поэма, сочинение. Угу. Вот про свой любимый край, про свое... Ну, учитывая, что у нас многонациональный очень, край. Очень, конечно. Поэтому... У нас самая многонациональная область. И мы приняли решение, что все-таки это должно быть вот детки уже, которые осознаны. Да? То есть это не малыши 5, 7, 10 лет. Это все-таки уже более уже такой осознанный возраст. И через 5 лет, когда мы, дай бог, будем праздновать 90 лет детской области, они уже будут взрослыми, будет уже 20-22, и они будут вспоминать о том, что когда-то в юности они принимали участие в таком интересном конкурсе. Очень были долгие перипетии, как мы это будем их благодарить за это, как бы, какие призы будут. То есть ну, просто... стимул. Стимул, да, совершенно верно. То есть просто там, подарить подарки или там, просто как-то отметить, или сделать, например, публицистику в каком-то альманахе. Это очень хорошо для нас, для взрослых, или для людей, которые уже имеют там, степень там, народного, заслуженного. А для этих ребят, которые вот только-только становятся над первыми своими шагами уже взрослую жизнь, начинают вот, видеть, все-таки хочется их простимулировать где-то немножко так вот финансово, денежное, поддержать. Будем такое, поддержать. Да. Приняли решение, что первое место в этих трех номинациях будет 1000 гривен, второе место 700, третье место 400. И обязательно оплачивается дорога с любой точки Одесской области, угу. Откуда бы ни был ребенок. Чудесно. С родителем, в сопровождении взрослого, потому что все-таки это, вы же понимаете, ребенок сам не сядет в маршрутку или в электричку. Да. Конечно. Вот, туда и обратно, в Одессу, на основное торжественное мероприятие. Мы очень рады, что поддержала эту нашу инициативу и дипломатический корпус, и Национальный союз журналистов Украины. То есть мы делаем такое вот, знаете, весомое. Победители будут печататься в газете «Всеукраинская золото свит», в альманахе у Юрия Анатольевича Работина, который делает украинская мова, мова еднания. Угу. То есть мы, наверное, делаем все-таки публицистику победителей и еще творов, которые будут вот достаточно такие весомые, будем так говорить, интересные. Сделаем, может быть, даже какую-то брошюру выпустим. Потому что все-таки мы на самом-то деле готовимся к 50-летию Одесского областного совета мира на следующий год. У нас есть встречное предложение, да. Тамила Владимировна. С удовольствием. Да, я думаю, что будет... правильно, как вы решите, как вы поддержите, но победителей данного конкурса и пригласить к нам в эфир нашей программы. С удовольствием, вообще будет прекрасно. И чтобы они стали звездами телевидения и их увидели в области оттуда, откуда эти ребята приедут. С Поэтому удовольствием, спасибо огромное за предложение. Спасибо. Дополнение. Дополнительный приз. И мы, конечно, вот этих детей, пусть даже придет один ребенок, но он действительно придет душевный и напишет красивое стихотворение или красивое сочинение. Поэтому мы очень открыты, и мы вот запускаем такой интересный, вот именно для этой категории молодежи, которая через буквально 5 лет, это уже будет взрослые, осознанные строить дальше. Граждане нашей Украины, и мы должны почувствовать вот эту талантов, вот этих самородков, которых надо, да, найти. Да, потому что зачастую, вы знаете, такие детки, они скромные, они стесняются, и они не знают, как правильно подать свое творчество, то, чтобы они хотели донести до широкого круга. Поэтому это замечательно на самом деле, потому что, ну, Одесский регион всегда был творческим регионом. Творческим, певучим, творческим, да, тут уже на таланты. Никуда не денешься. Да, однозначно. И мы действительно сделаем 24 февраля в Литературном музее, в Золотом зале, сделаем очень красивое мероприятие, обратимся и к нашей консерватории, чтобы провести концерт, попросим наших заслуженных и народных артистов спеть, пригласим дипломатический корпус, чтобы это все было, вот дети прочувствовали, что они нужны. И знаете, это
вот как бы такой акцент сделать. Конечно. Это самое важное, потому что мы вот за прошлый год как-то так проанализировали, что для людей от 35 лет мы уделили много внимания, для ветеранов, для деток с Святым Николаем, да, все-таки собрали. Конечно, конечно. А вот эта вот категория от 12 до 15 до 20, она практически не охвачена. Поэтому мы придумали второе еще мероприятие, которое уже более для взрослых деток. От 15. От 15, ну, от, мы всего 12-20, где-то уже так лет, 22 даже. Хотим провести, и тоже уже переговорили и с школами, даже где-то детские садики согласны. Есть предприятия, есть женщины, которые хотят выйти. 27-го делать фотографии по всей Одесской области в разных районных центрах, либо просто, может быть, какой-то там городок небольшой, там поселок, да, который собрался с красивым баннером, мы их обеспечим. Моей одещине 85 роков, или просто моя одещина 85, как захотят, в зависимости от количества людей. Или шарики, или какие-то приветственные красивый ленточки. Красивый такой праздничный, да, чтобы вот фотооткрытка. Фотооткрытка. И вы знаете, вот это будет, может быть, кто-то, например, некоторые районы захотели, говорят, что мы написали не просто моя одещина 85, а мы еще внизу какой район. Мы говорим, мы напишем этот баннер. Да. Поэтому мы принимаем заявки от любых групп. От примерно где-то 20 человек, то есть 15 даже, наверное, потому что баннер где-то человек 15, чтобы так, как говорится, было видно деток, взрослых, кто согласится. И вот это вот количество огромное фотографий мы уже представляем, потому что уже, как говорится, ажиотаж начинается. То есть... Получается, это уже как фотовыставка такая получится. Ну, дай бог, пусть она получится, это тоже будет замечательно. Проведем, Камил Владимировна, у нас в студии места много. Спасибо огромное. Я думаю, что будет чудесно. Сегодня мы обратились к Владыке Агафонову Ангелу, обсудили тоже, чтобы и молодежные, и воскресные школы, и молодежный епархиальный отдел поддержал. Благословение получили, сейчас будем тоже продумывать, как, потому что нам самое главное, еще раз говорю, чтобы люди прочувствовали эти 85 лет. Сейчас все-таки облсовет, новый губернатор, все строят новые стратегии, как правильно, как поднять быстро Одесскую область. А мы как общественность и как граждане должны просто быть рядом. На вас все строится, это, Мила Спасибо. На общественности, на общественности, на самом деле это так, потому что это глаз народа, то, что должно быть услышано, и не только услышано, а реализовано. Я думаю, я надеюсь. А двигатель хороший. Хороший. И нам очень приятно, что мэр города Одессы Геннадий Ильич Труханов поддержал, то есть мы делаем под патронатом. Мы согласовали еще с некоторыми другими городами, и я думаю, что, знаете, мне кажется, что вот эта акция должна прозвучать прежде всего для нас, для каждого из нас, для каждого жителя Одесской области мы должны это услышать максимально. И, конечно, если СМИ, там, телевидение пустит строчку про конкурс для деток. Конечно. И, может быть, про флешмоб тоже. То есть мы будем рады. Вот такой вот небольшой это социальный проект, который мы обеспечим всем. Мы все сделаем. И нам даже не обязательно, чтобы там был, грубо говоря, извините, Совет мира. Нам важно, чтобы Одесская область звучала, что 85 лет. То есть чтобы люди услышали, увидели и почувствовали своим сердцем, не остались что в стороне от такого мы молодые события. По сравнению с Одессой, но уже такие расцветы сил. Все можем. Да, и все можем. Информационную поддержку мы обязательно обеспечим, потому много. Что так как областная государственная телерадиокомпания сегодня уже в новом статусе, но, как говорят, суть-то не меняется, и работа продолжается еще в большем и объеме. И вас так любят, вы знаете, мы как бы очень сильно Спасибо. Популярны и нужны Спасибо. Нам. Спасибо, Тамила Владимировна. Это мы сейчас с вами поговорили о таком творческо-культурном направлении, то, что ожидает наш регион, наша область, наш любимый город в будущем, буквально в ближайшем будущем, вот эти несколько дней. И хочется немножко отлистать, отмотать пару дней назад и коснуться духовного события уже, которое запало в душу и запомнилось не только жителям Одессы, Одесского региона. И я сейчас говорю о том духовном событии, которое буквально проходило в наши дни со 2 по 6 февраля в нашем городе. Были святые мощи Пантелеймона. Да. Вы, как никто, принимали в этом участие. Вы практически все эти минуты, часы каким-то так вот по божественному такому провидению находились рядом, помогали организовывать, скажем так, подход и такое, я не знаю, прикосновение к данным мощам. Поэтому расскажите, как это все было, вы будете рассказывать, а мы нашим одесситам, кто не смог принять участие, все-таки попробуем это показать.
Спасибо, конечно, за столь лестные оценки. На самом-то деле я, как простая прихожанка к нынешней нашей церкви православной, делаю все, чтобы было все хорошо. Конечно, организовывали это владыка митрополит Агафангел, наш мэр города Одессы Геннадий Труханов, греческий меценат, и это действительно готовилось очень долго. Это практически полгода была подготовка. То есть это, знаете, у нас есть мощи Пантелеймона Целителя и в нашем Пантелеймоновском монастыре, и они еще, я думаю, частички есть на территории Украины. Просто это, ну, как бы очень важный момент, да, вот сейчас показывают как раз, где они находились в этом... Рака сама там, да, и получается, что, да, конечно, привезли, все очень ждали, и, слава богу, самолет прилетел, лично мэр привез, это все было очень большое торжественное событие, и вы знаете, на данный момент есть цифры, что более 300 тысяч посетило эти мощи, и мы знаем о том, что были продлены, то есть действительно на должны были... На целые сутки, да, конечно. Даже чуть, почти, практически больше, полторы, да? Суток, да, то есть сначала говорили, что везут в 10, потом сказали, везут в час, потом увезут в 4, и потом приняли решение до 6:30. И потом еще утром повезли в военный госпиталь. То есть все, что максимально могли... Мы знаем, что также мы еще были в Одесском областном экологическом диспансере. Да, в детской областной, да, больнице. Детская областная больница. И очень важный момент, что прикасались, если простые мирские прихожане, да, в соборе они прикасались все-таки под такой колбой стеклянной, то вот детки прикасались, прикладывались непосредственно к самим мощам. Чем ценность данных святынь? В том, что более 200 лет они не вывозились с территории Афона. То есть это очень намоленная святыня, которая действительно, вот она, мы знаем, что Пантелеймон Целитель, вообще это очень интересная история, он вот молодой парень этот, который действительно был умный, образованный, достаточно обеспеченной семьи, и вот он последовал Христу, и вот такие вот, как говорится, стал целителем для многих людей, то есть все обращения, молитвы, дай Бог, чтобы всех он слышал, всем помогал, больным и нуждающимся, и получается, что вот для нашей, для Одесской области, для Одессы, это очень важно, что вот такая святыня прибыла в город и побывала столько времени. И когда, вы знаете, я там, как говорится, проеду, там сфотографирую или зайду, или, как говорится, помогу какие-то моменты. То есть люди где-то терялись, знаете. Ну, конечно, огромное количество людей, и тут не всегда сориентируешься. В воскресенье была большая очень служба, и вы сами понимаете, воскресный день, люди проснулись, как говорится, позавтракали, взяли своих деток, взяли своих родителей и приехали к мощам. Ложиться. Очереди были просто колоссальные до кинотеатра Одессы, то есть и параллельно шла служба, и огромное количество людей, и приезжали автобусы из Ильичевска, из Южного, с Подольска, ехали детки-инвалиды, ехали сами инвалиды, на колясках заводили. У меня у самого брата с поломанной ногой доковылял на костылях, я говорю, так, ногу не прикладывай, сам приложись, попроси. Ну, это мы так, конечно, шутили, но на самом-то деле, действительно, вот люди шли, и, как бы, можно сказать, даже те, которые не всегда там ходят часто в церковь, да, не преследуют все какие-то такие-то моменты, но вот они верили, и это очень, это очень важно, что вера людей, она, как говорится, двигала вперед, и я думаю, что все-таки молитвы будут услышаны, и что очень немаловажный момент, что не только с Одессы, Одесской области ехали люди, ехали со всей Украины, ехали из Молдавии, и это действительно очень такое большое событие, и я думаю, что вот эти 300 тысяч, о которых идет речь, я думаю, это только официальные, которые прикладывались вот в этой длинной очереди. А сколько еще зашло детей? Потому что в воскресенье в какой-то момент очередь из детей в человек 8 была до фонтана. То есть, вы представляете, то есть очередь людей с детьми и плюс очередь основная со взрослыми. И, конечно, я же говорю, что то есть, такое количество людей, которые хотели и не уходили, уже стояли. Я сама когда-то есть всем рассказываю, там, что там начинали бубнить, а я рассказываю, что я в Киеве когда-то простояла практически 10 часов там, с друзьями при минус 10. И были дары волхов. Мы, причем накануне до этого не было очереди, на следующий день не было, а именно в этот день единственное было огромное количество сложилось людей. Я поэтому говорю, ничего страшного нету. Через грехи. Да, все это. Я говорю, вы стоите себе нормально, как бы все. Спасибо и МЧС, и мэру города. Была поставили палатку.
палатки и чай обеспечен. Молодежные парафиальные как бы обслуживали весь этот процесс, то есть помогали. Ну, то есть все сработали так, чтобы все было в порядке, и полицейские как бы регулировали. Ну, то есть я могу сказать, что организация была, в принципе, как я, как человек, который вижу огромное количество людей разных, была на высоком уровне. И очень рада, что ничего не произошло, что люди себя нормально не дрались. Да, только дрались, хотела как раз об этом сказать. Я даже, что... Было еще другое очень интересное мнение, то есть в социальных сетях произошел взрыв определенное количество, то есть кто-то там стал считать минута-полторы, а сколько должно было дней стоять эти мощи, а все. И я пишу, ну не ходите, ну, не, вам пока не хочется, ну, так не никого не заставлять. Конечно. Просто никто не ожидал, что всегда считается, что там какие-то только бабушки ходят, да, в церковь, а тут смотрят, стоят люди с айфонами, извините, или деятели искусств, культуры, профессора, медики, да, и стоят все как бы, и все хотят приложиться, хотя это секунда, но это уже, даже если вы стоите, а еще если читают какие-то молебны, акафисты, человек стоит в очереди, то есть он даже, может, сам до конца не понимает, по каким, ну, таким хорошим духовным состоянием находится, что вот такое происходит. Поэтому я очень, честно говоря, рада, очень благодарна всем, кто принимал в этом участие, потому что действительно для Одессы, для Одесской области вот это излечение, для Украины нам поддержка эта духовная очень нужна, особенно таких святынь. Ну и в продолжение уже тогда духовной составляющей, опять-таки мы уже скоро придем к открытию нового сезона пасхальных встреч. Да. Опять вам слово, Тамила Владимировна, что нас ждет, как готовиться в этом году, потому что я знаю, как мы уже с вами встречались, и вы говорили о том, что уже и не только на этот сезон желающие есть принять участие из творческих коллективов, из мотив, как то кажуть, чтобы взять участие у подобного благодетельного захода. Очень в этом году у нас большая проблема с датами, потому что все хотят уже, давайте уже март, давайте 8 марта, давайте, я говорю, так давайте сразу уже как это, проведем флешмобы и сразу же начнем, и закончим 1 июня. Ну, то есть, это очень хорошо. На самом-то деле, я очень искренне радуюсь душой, что областной совет мира опять возвращается на ту былую славу, которая была при предыдущих председателях, при Павлюке, при Филипчуке и при непосредственно уже самом Гайдаенко, когда это было, что звучит. И я очень надеюсь, что все-таки те инициативы люди слышат, и все больше людей приходят к нам, и творческих, и участников, которые хотят посмотреть концерты. И, ну, то есть, будем так говорить, уровневые мероприятия, которые предлагает областной совет мира, вся культурная миротворческая программа. Я надеюсь, что мы вот обратимся к нашему новому губернатору, попросим Максима Владимировича, чтобы он поддержал инициативу о проведении таких культурных мероприятий не только в Одессе, а по Одесской области, чтобы, потому что у нас, мы чтобы выезжаем, максимум охвачено, да, было. Вот, да, есть Виктор Иванович Мамонтов, он ездит либо там в поселок Таирова, либо в Ананьево. Вот. А что я хочу, чтобы все-таки более масштабно, чтобы мы выехали, например, там взяли часть, кто-то возьмет на себя какие-то затраты, часть, мы как бы основной совет мира, объединимся и приедем, детям прочитаем стихи, детям расскажем какую-то просветительскую программу. Потому что после тех слов, когда подходили малюсенькие детки на День Святого Николая, говорили, мы впервые в Одессе, или подходит ребенок, ему 10 лет, он уже осознанный, он взрослый, уже как бы, да, уже учится, уже какие-то оценки. Понимаю. Уже там, да, да, может быть, какая-то первая любовь, да. А он говорит, я впервые в Одессе, спасибо вам. И вы знаете, это, ну, важно, как что Одессе, такое... Как в Одессе, говорят, дорогого стоит. Да, дорого. Вот эти вот детские глаза, которые получили радость, вот эти полтора часа, и еще и подарок, и привезли, и поехал, приехал автобус, все, и как бы со своими друзьями, это очень хорошо. Я очень рада, что, дай бог, пусть наша страна переживает уже побыстрее этот кризис, приходит к новому хорошему времени, будут тогда другие задачи, а сейчас нам надо поддержать вот тех людей в тех далеких уголках нашей области, чтобы они понимали, что они тоже нужны. Чтобы мы и все-таки на сколько дней рассчитана программа? Уже есть какие-то наброски? Я надеюсь, что не больше месяца. Надеюсь. Но а, что-то... Нет, я ждала услышать недели 2-3, а тут не больше месяца. Угу. Да, единственное, что получается, у нас же и будет Пасха сама, то есть в середине апреля она в этом году, так, можно сказать, ранняя, как говорится, ранняя, поздняя, средняя, ну, то есть она, наверное, будет, да, ранняя, да. И получается, что мы, значит, должны это делать так, чтобы и успеть и до начала Пасхи, и к 9 мая, то есть мы продумаем, как ну, это, уже, да, чтобы, да, завершить традиционно, как и проходит, да, да, пасхальные встречи, уже
непосредственно таким вот патриотическим мероприятием к такому великому дню? Разговаривали вот с киевским, ну как бы с нашими руководителями, говорят, что вы молодцы, Одесса гремит, это очень важно. Вот сейчас мы будем работать уже над созданием сайта, как бы обязательно будем делать уже такое, потому что столько информации. Нужно, да, да, потому что не всегда можно успеть охватить информационно, скажем так, задействуя только такие печатные и телевизионные средства массовой информации, потому что, ну, сегодня век прогрессивных технологий, все хотят нажать кнопочку и увидеть все, что делается. Да, 100%. Поэтому мы как бы к этому идем и обязательно в этом году сделаем, особенно потому что нас ждет впереди 50 лет, которые мы должны отметить так же ярко и творчески, как мы делаем все мероприятия. Отметить, да, но нужно еще, может быть, прямо сейчас, вот вдруг так сейчас родится, да, пригласить небезразличных телезрителей. Весь год будем приглашать. Будем приглашать. Уже можно и идеями своими делиться, да, и я думаю, что и можно... Хотелось бы пригласить тех людей, которые могут и финансово все это поддержать, потому что, ну, а куда деваться? Я думаю, что пока еще время есть. Записывайтесь в очередь, уважаемые телезрители, и с идеями, ну и не только. Вот. Спасибо вам большое. Я просто говорю, почему, поэтому что у нас на нашем сайте есть добрые телезрители, которые говорят, что а вам бы вот то поправить, а вам бы вот то поправить, вот приглашайте нас, и у нас мы и идеи вам подбросим, и креативности. Вы знаете, на что я всегда отвечаю, что вы знаете, как бы у нас и идеи, и креативности хватает, нам бы кто финансирование подбросил. Поэтому как бы вот... Думаю, ну, слава богу, что, видите, мы вот всегда удивляются, наверное, у кого-то есть финансирование, кто-то не умеет этим распорядиться, у кого-то этого нету, хорошо. И он умеет правильно распорядиться, сделать красивые движения, и главное – принести результат. Потому что самый главный вопрос – это то, что ты оставишь после каждого мероприятия. А все-таки значимость областного совета мира и областного телевидения – это все-таки такие, как говорится, махины, которые могут двигать вперед, и благодаря этому и все ну, и обязаны, потому что на самом деле, все-таки, как мы уже с вами здесь в студии говорили вместе с Николаем Семеновичем Павлюком, что для начала нужно что-то сделать, показать пример, для того, да, чтобы на примере уже готовом и видя, что позитивный результат все-таки он дает, другие люди тоже стали что-то делать. Дай Я Бог, думаю, да, что все-таки к идее проведения форумов и круглых столов непосредственно в рамках нашей большой студии мы уже сейчас возвращаемся и приступаем с вами готовить этот план программ на 2017 год, потому что, как повторяюсь, информационная составляющая, она на сегодняшний день важна, как бы ни крутили. А мы должны нести с экранов только все доброе и хорошее. Правильно? И качественное. Ну, и качественное. Да. Буквально, у нас есть одна минуточка, Тамила Владимировна. Вот навскидку, год прошел и легко, и сложно, и непросто, ну и с какими-то яркими запоминающимися моментами и мероприятиями. Вот буквально в течение минутки... Назовите то, что очень так вот, скажем так, запомнилось, запало в душу и хотелось бы повторить. Конечно, запалило в душу и Благовещение, когда мы с активом выпускали голубей, и это прекрасная фотография, которая теперь, она, можно сказать, преследует нас всех. И, конечно, мероприятие, которое мы провели, флешмоб 25-летию независимости Украины. И когда мы для наших уважаемых ветеранов, причем различных войн, но все-таки ветеранов, людей сделали единую каску мира и провели огромное мероприятие на Муровокзале. И тот круглый стол, который мы тоже говорили о 25 годах независимости Украины, где создались такие, собрались аксакалы, профессионалы, и мы создали действительно рекомендации, которые разошлись тоже по всем и Украине, и народным депутатам, и Верховной Раде, и президент, все получили наши рекомендации, что мы не молчим, мы есть, и мы хотим двигаться вперед. Конечно, День Святого Николая для нас очень важно было, и с удовольствием прекрасный юбилей нашей любимой Нелли Степановны Харченко в честь 60-летия областного телевидения. И, конечно, вот, то есть, вы знаете, это было и много, и мало, но оно это все достаточно... Труд.
достаточно для нас те мероприятия, которыми мы можем уже гордиться, что 16-й год, как областной совет мира, как миротворческая организация, она действительно идет вперед и поддерживает людей столько с добрым и хорошим настроением. Я дякую, Таміла Володимирівна, за те, що ви працюєте, за те, що ви не залишаєте, не залишаєтесь самі та ваші колеги осторонь від того, що відбувається не тільки в нашому улюбленому місті, регіоні, а всій країні в цілому. І ви, як то кажуть, ну, одна з перших, йдете попереду тої колони, яка сьогодні движе нас з вами. Тому будемо зустрічатись та працювати. Ну, а впродовж вечірньої Одеси хочеться повернутися ще до одного святого. За декілька днів ми всі з вами будемо вітати один одного з Днем Святого Валентина. Ну, а хто ще не встиг зробити пропозицію своїй половинці, зможе це зробити напередодні, а саме 11 лютого у Театрі юного глядача на показі вистави «Люкс для новобрачних» ілі «Тьоща в шокі». Про що буде йти мова? Далі у сюжеті. А я на сьогодні з вами прощаюся і традиційно дякую за те, що були разом з нами. Побачимось. На одеського глядача чекає справжня комедія положень від молодого режисера Олександра Іваненка. Антрепризна вистава «Люкс для наречених». Актори обіцяють, що всі гості залишаться задоволеними. У шоці буде тільки мама. Колоритний образ тещі на сцені втілюватиме незрівнянна актриса Ірина Токарчук. Всі мами, які вложили гроші в цю безумну свадьбу, і вона рушиться, мама, звісно, сходить з ума. Поэтому маме уже все равно уже что-то надо спасать. Либо деньги, либо там. А о счастье дочери уже как бы не думается в такой момент. Потому что, ну, то есть это как комедийный образ такой тещи, которая готова и убить жениха. И тут же она его только... Тут, в общем, это такой очень такой, не дай бог, такую ситуацию попасть. Я представляю себе маму, которые готовы рвать на себе последние волосы вообще, которые уже вместо дочери готовы идти стать под венец. Очень бы хотелось, чтобы она была не похожа на те другие роли, которые я играла. Хотя я уже очень много сыграла мама, одесситок, там, на всю голову женщин. Вот, хочется немножко, чтобы другая была. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на репетицію гучного весілля. А що з цього вийшло, ми зараз і покажемо. Отже, знайомтеся, щасливий наречений та його тендітна, розлючена майбутня дружина. Ти! І що тут відбувається? Алекс, відповідай! А? Макс, відповідай! Никакой свадьбы не будет, пока я не разберусь, что здесь происходит и почему все как будто посходили с ума. В общем, Алекс попал в очень затруднительное положение. Сам виноват. Та девушка, которая была здесь... Которая? Алина. То есть, нет, Полина. Нет, Алина. Алина, Алина, Алина. Она на самом деле не горничная. И кто же она? Она его любимая девушка. Вот, спасибо. А я думала, что да, другая его любимая девушка. Ну, она тоже. Что тоже? А она вторая его любимая девушка. Да. Дело в том, что он сам не знал, какая из них придет на свадьбу, так он пригласил двоих. Ну-ну-ну-ну. Боже мой, ну как же так получилось, а? Я вспомнила, что у меня есть знакомая Марта. Миниатюрная такая девушка, с таким сладким голосом, с красивой внешностью, но с таким железным стержнем. И я еще, кстати, нашла, читала в интернете значение имени Марта. Вот как будто бы вот точно с этого персонажа снят. Это волевая женщина, которая совершенно не доверяет интуиции, только разуму. Вот. И очень расчетливая.
Вот, и это, может быть, мне где-то подсознательно помогло. Мне так хочется верить, что все равно где-то сердце, ведь оно есть, и есть чувства и эмоции. И все равно рано или поздно, как бы ни пытался ты разумом перекрыть звук сердца, он все равно, сердце прорывается. Владимир, расскажите о вашем персонаже. Почему он оказался в этом люксе и не с невестой? Ой, на самом деле история очень запутанная, интересная, но это, по сути, правда жизни. В ней может оказаться любой. Вот. Да, как говорит мама, не дай бог. Две судьбы, которые были разделены и существовали, скажем, в разных точках мира. Но вот это вот притяжение какое-то внутреннее, вот это вот, наверное, сила любви какой-то, сила чего-то светлого все-таки соединила. А доки наречений випробовує на міцність свій потенціальний шлюб, усі удари долі приймає на себе друга відповідальна після нареченої особа Шафер. Ти зустріла другого парня? Хто? Я його вб'ю! Так, я тобі більше нічого не розкажу, ти починаєш? Ні, ладно, добре, я спокійно. Молодець. Що було далі? Важнейшее событие так. Произошло не с тобой, а с ним. Ты думаешь, что ты говоришь? В общем, закручивается ситуация лихо, интересно, и казалось бы, что вот они уже на грани, они уже в пропасти, но в финале все разрешается и заканчивается хорошо, и главное, что каждый находит свою любовь наконец-то. У вирі подій своє щастя несподівано знайде і таємнича незнайомка, з якою прокидається зранку наречений. Це героїня чарівної актриси Олени Ященко. Це дівчина, яка відчаялась в пошуках своєї судьби. И вот так случилось в ее жизни, что она встречает парня, который, в которого влюбляется, и у которого свадьба. Но так получается, что любовь сильнее всех этих обстоятельств, и в итоге они остаются вместе. Поэтому это счастливая девушка, которая в итоге находит своего того одного единственного. Допомагає героям розібратися у своїх почуттях безпосередня та говірка покоївка найромантичнішого готелю у світі «Стріли Амура». Вона учаслива. Є такі люди, вони дуже учасливі, і їй до всього є діло, навіть коли її не просять і не требують. І вона говорить щось лишнє, але найголовніша її задача – це допомогти і розібратися в ситуації. Емоції будуть настільки палкими, що співчуватимуть героям навіть фігурки на весільному торті. Я сочувствую більше Максу. Вот так как я играю роль жениха, там как бы свадебная фигурка жениха, и я должен прекрасно понимать главного героя, что он чувствует и так далее. Поэтому, ну, я бы в такой ситуации был, ну, я не знаю, что бы делал. Ты мне выдал, что ты встретил меня, свою судьбу. Я, конечно, понимала, что это все с пьяну, но ты сказал, что это, что есть единственный шанс это проверить. И... Поцелуй. Нельзя. Поцелуй меня. Не прийти на весілля, коли вас запрошують, просто неввічливо. Так что приходите, не пожалеете.